В Доме Рио прошла встреча председателя Российского исторического общества с руководителями региональных отделений. Подводя итоги их деятельности за 9 лет, прошедшие с момента воссоздания Рио, Сергей Нарышкин отметил наиболее существенные моменты деятельности общества в регионах. За эти годы в 57 регионах нашей страны были созданы региональные отделения Рио. С самого начала работы Российского исторического общества наши представительства создавались исключительно по инициативе местных историков. Отделения Рио играют очень важную, а иногда ключевую роль в проведении конкурса учителей истории, конкурса краеведов, работающих с молодежью, а также целого ряда конкурсов для наших школьников. Руководители региональных отделений, в свою очередь, рассказали о том, что удалось сделать на местах, а что еще предстоит. Небольшая научная конференция, которую нам удалось провести, несмотря на все карантинные ограничения. Конференция называлась «Человек, общество и власть в эпоху русской смуты в годы гражданской войны». Прошла она в Ялте в ноябре прошлого года. Три главные направления нашей работы, но, конечно, это прежде всего история Великой Отечественной войны, история Сталинградской битвы. Это из Петровской, памятники Петровской эпохи на территории Волгоградской области. И третье – это археология Волгоградской области. Что касается памятников Петровской эпохи, то мы только приступили к этой работе. Сейчас в центре нашего внимания создание Царицынской сторожевой линии. В значительной степени памятник разрушается, буквально на глазах. Потому что часть линии оказалась в частных владениях. Вот, строится хранилище на крепостях, уничтожается памятник. Мы хотели бы попросить поддержку у Рио, чтобы нам ее оказали, потому что все-таки все силы администрации, понимание руководства области нацелены на историю Великой Отечественной войны. А необходимо все-таки обратить внимание и на памятники Петровской эпохи, на памятники археологии. Председатель отделения Рио в Амурской области Андрей Забияко представил доклад о реконструкции Албазинского острога, первого русского города на Амуре, основанного в 17 веке. Вот такого рода 3D-модель острога, но, к сожалению, кадры не позволяют и так вот детально это все представить. Но вообще эта 3D-модель дает нам возможность увидеть поверхность острога так, как ее никогда не увидишь глазами, потому что любые неровности, любые изменения в структуре почвы могут помочь в археологических исследованиях в понимании так, как был устроен острог при своем существовании. Говорили на встрече и о планах на будущее. Дальнейшему развитию региональных отделений Рио, безусловно, будет способствовать решение Министерства образования и науки России о наделении Российского исторического общества статусом Центра ответственности по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «История и археология». Речь идет об участии общества в распределении бюджетных мест на исторические специальности высшие учебные заведения. По-прежнему приоритетным направлением работы Рио является популяризация региональной истории, что включает и создание учебников. В Москве такие пособия давно существуют, а вот предмет в школах не преподается. Идя вперед, мы должны понимать, как жили наши предки, на какие традиции, на какой опыт мы можем опираться. Московская городская дума многое делает для поддержки изучения и популяризации истории Москвы. Но, конечно, объединить наши усилия с работой Российского исторического общества, я уверен, что это даст огромный толчок для популяризации истории Москвы. Директор Института российской истории РАН Юрий Петров призвал коллег из регионов активнее включаться и в просветительские проекты, например, такие как «Исторический багаж», в рамках которого на железнодорожных вокзалах ряда регионов России организуются краеведческие выставки. Служба информации фонда «История Отечества».